итогам текущего финансового года Россия стала крупнейшим инвестором в Иран, сообщил министр экономики и финансов Ирана Ихсан Хандузи. Иностранные вложения в государство составили более 4 миллиардов долларов, две трети из которых поступили из Москвы, почти 3 миллиарда долларов. Отношения между Россией и Ираном развиваются поступательно. Возникает все больше направлений сотрудничества. Довольно большой перечень взаимных интересов. Это касается и производства. Как известно, речь идет о производстве или поставках автомобилей иранских в Россию, о сотрудничестве в сфере изготовления запчастей для авиационной и другой техники. Торгово-промышленная палата Ирана ранее сообщала, что после распада Советского Союза развитие экономических отношений между Россией и Ираном не стало приоритетом. Торговля между странами скорее была геополитической необходимостью и не превышала 4 миллиардов долларов. До 80% российско-иранского торгового оборота приходилось на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие. Но последние месяцы Иран увеличил экспорт промышленных товаров в Россию на 30%. Данные поставки впервые превзошли импорт российских товаров в Иран. Построение инфраструктурного такого проекта, маршрут Дагестан-Азербайджан-Иран, вот, который должен стать связующим звеном, связующей артерией, которая позволит, перемещать потоки продукции, товаров из России в страны Востока и наоборот. Говоря об этом проекте, президент Путин, он сказал, что этот проект можно сравнить даже с Суэцким каналом. Это такая своеобразная стратегическая артерия. Экономическая ситуация Ирана стабильно сложная. Нахождение под международными санкциями существенно ограничивает возможности экономического развития и сотрудничества с другими странами. Но несмотря на это, крупнейшим внешнеторговым партнером Ирана является Китай. Большую долю занимают Объединенные Арабские Эмираты и Турция. Возобновление дипломатических отношений с Саудовской Аравией также не исключает дальнейшего экономического сотрудничества между странами. Аделина Зинатова, Карина Саяхова, Универньюз.